Да, чувствуется, что мы живем в чистом городе. Это ты чувствуешь, Кишинев еще сильнее загазован, просто ты... В Кишиневе было точно так же, представляешь, что мы жили в десятки раз мощнее у нас загазованность была, где был восьмиэтажный дом наш. Да, потому что привыкли. Сейчас ты уже привыкла к чистому воздуху, и когда ты чувствуешь это, моментально чувствуешь, что тебе это не нравится. Это представь себе, как это било по нашему здоровью. Ртуть, свинец, все это. Да, мне как-то, я не знаю, мне вот не нравится, когда мы с тобой путешествуем, потому что я снимать не могу и фотографировать. Давай ты хотя бы будешь фотографировать. Снимай на этой бы достаточно. Не. Факт, это не итальянский город, чтоб ты понимала. И тепло. Он принадлежит им, но... Сын набросит. Да, конечно. Хвост не набросится. Одернулся, одернулся. Давай снимем этот. Ой, смотри, ничего себе. Прикольно. Идем сначала, я даже не знаю куда. Тут куча мест, ну ладно, идем вверх. Да. Так мы же для этого сюда и пришли. Тут тоже парковка, видишь? А?